Русская печка, самовары и красавицы-девицы встречают посетителей. На главной фотозоне гостям раздают ленточки. Привязать одну к специальному дереву и загадать желание решил и киношный Дукалис. Актер Сергей Силин сейчас отдыхает в Сочи с семьей и решил провести один из масленичных дней в Сочи-парке. Сегодня третий день масленичной недели. Ну, не обожраться блинов всем, безусловно. Вот. Но если будет вкусно, ешьте всю неделю. В воскресенье сожжем масленицу и еще больше блинов не едимся. Да? Я пожелал бы добра всем, безусловно. В первую очередь, конечно, своей семье, моим детям, своей супруге, моим друзьям очень хорошим. Вот. И еще хочу пожелать всем мира. Лучшие пожелания можно и спеть. За частушки получаешь сушки. Кроме того, гостям Сочи парка предложат принять участие в призовой викторине и других развлекательных интерактивных играх со сказочными персонажами. Здорово, что здесь все так аутентично по-русски сделано. Добро пожаловать! Диснеевских каких-то элементов позволяет окунуться в наши вот национальные традиции, о них вспомнить лучше. Одна из традиций – плетение кос и создание куклы-оберега. Этому научат в школе волшебства. Здесь же можно по-весеннему украсить себя, сделав интересный аквагрим. Ну и как же без соревнований? Перетягивание каната, бег в мешках и со сковородками – все это на площади у главного атрибута масленицы – чучела зимы. В этот праздник, появившийся в церковном календаре еще в X веке, принято веселиться, гулять и, конечно, устраивать сытные и вкусные посиделки. Главное блюдо этой недели – блины. Причем готовить их нужно не только в кругу семьи, а угощать даже малознакомых людей и ходить в гости. В Сочи парке так и делают. Здесь даже мастер-класс проводят по приготовлению солнечных угощений. Профессиональный повар готов научить детей выпечке блинов ежедневно с 12 часов с интервалом в 1 час. Все участники получат дипломы об окончании волшебной школы блинопека. Мы участвовали в конкурсе загадок, посмотрели, какие кружевные блины пекут, рассказали, как мы умеем дрожжевые блины печь. Мы с удовольствием гуляем по этому парку и наслаждаемся праздничной атмосферой. Поджаристые, пышные и ажурные блины готовят во всех точках питания. Масленичное меню предлагают в ресторанах и кафе. В списке классические блины в мешочке с начинками, а также кулебяки и растягай. Тематические блюда и развлечения ждут гостей Сочи парка до 13 марта включительно. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.